Хочется рассказать вам нашу историю, печальную, в общем-то. С 18 по 21 сентября 2020 года мой муж был на лечении, получал медицинские услуги в ГБУЗ ГКБ номер 1 имени Фишера. Отделение терапевтическое, лечащий врач Медникова Людмила Викторовна. Он приболел в последнее время. Мы сами из города Котельниково лечились в местной поликлинике. Ему становилось только хуже. Зять забрал его в четверг в город Волжский для обращения в поликлинику. В пятницу ему стало еще хуже. Его отвезли по скорой в Фишера. Он себя очень плохо чувствовал, ходить еле мог. В субботу ему сказали, что в отделении нашли положительного на коронавирус. И всех отправят домой на самоизоляцию. Он с города Котельниково. Как в таком состоянии человек может поехать в Котельниково? Это никого не волнует. Никаких анализов ему никто не сделал. 21 утром у него появилась температура, слабость по-прежнему. По признакам и состоянию чувствовал себя очень плохо. В воскресенье взяли мазок на коронавирус, но результата не было. И нет. Никто утром не делал никаких процедур. Просто сказали, собирайте вещи и в 15.00 уходите. Отделение в 15.00 закрывают. Не знаем, что делать, кому обращаться. Искали квартиру вчера, чтобы самоизолировать его. Но в итоге решили отвезти на дачу, потому что здесь все-таки свежий воздух, человеку все равно полегче будет. У дочери дети, туда его тоже поселить нельзя. Считаем, что врач не в полном объеме выполнил диагностические мероприятия. Человека выкинули в плохом состоянии. У нас кроме коронавируса нет болезней. И вообще, кто будет нести ответственность, если с человеком что-то случится?